Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». И вашему вниманию предлагается видеообзор местной достопримечательности Андреевская плотина. 110-115 километров от МКАД по Ярославскому или Щелковскому шоссе. Соответственно, село Андреевское буквально граничит с плотиной. И такие деревни, населенные пункты, как Козлакова, Межакова, Прокофьево, Кудрино, Новоселка, значит, также недалеко от данного водоема. Практически во всех этих населенных пунктах различного типа у нас продаются объекты недвижимости. Ваше внимание, прекраснейший водоем, купание, рыбалка. Вот настоящие рыбаки ничего не боятся. Холодно, ветер, от воды еще холод идет, а рыбачат. Значит, площадь плотины будет указана в тексте объявления, а так не объявление, а в тексте под видео, в информации. А так она, значит, вот там перешейчик видим, если присмотримся. За ним еще такая же большая водная гладь. Очень интересное, привлекательное место. Александровский район, Владимирская область, село Андреевское. Видеообзор достопримечательностей местных. Так называемое Андреевское водохранилище «Плотина». Просто приехать порыбачить, просто, значит, на гидроциклах покататься, искупаться, есть места тут. Отличный вариант. Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Официальное название данного водоема в простонародье Андреевская плотина – Русловой или Русловый пруд на реке Куница. Официальное название Андреевской плотины. Для общего развития, уважаемые дамы и господа, места прекраснейшие. Вообще Александровский район, Владимирская область, да и в России не надо особо никуда ездить, как я уже говорил. Все под боком. Все замечательные, прекрасные, чудесные, я бы даже в некоторых случаях сказал, волшебные места. В этом самое главное — понимать все это. Ценить то, что находится у вас под боком, буквально то, что находится рядом, прочувствовать и радоваться этому. Не все на это способны, но стремиться к этому нужно. Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия», видеообзор Андреевской плотины, Руслового или Руслового пруда на реке Куница. Александровский район, Владимирская область, рядом с деревнями Новоселка, Кудрино, Прокофьево, Межакова, Козлакова, собственно, села Андреевского, где у нас продаются различные объекты недвижимости.